Портативная турбина Water Lily, разработанная специально для туристов. Она может добывать энергию сразу из двух стихий – ветра и воды, то есть из речки с быстрым течением. Турбина весит всего 800 грамм и имеет габариты 180 на 75 миллиметров. Минимальная рабочая скорость течения от 1 км в час, а скорость ветра 0,8 км в час. Максимальной мощности в 25 Вт турбина достигает при скорости течения 7,2 км в час или скорости ветра 72 км в час.